5 апреля в республике стартовал второй этап программы по вовлечению молодежи в экономическую деятельность «Алания Бизнес Акселератор». В рамках проекта в научной библиотеке Владикавказа прошел мастер-класс Натальи Казновой «Как составить свой бизнес-план без опыта с нуля». Наталья – бизнес-тренер, предприниматель и наставник программы «Бизнес-класс», проводимой компанией Google и Сбербанком. Участниками мастер-класса стали как уже состоявшиеся предприниматели, так и те, кто делает свои первые шаги в бизнесе. Участники разбирали свои бизнес-идеи, отвечали на вопросы, кто их клиент, какую задачу решает их продукт, как составить финансовый план, как рассчитать свой бизнес, как увидеть риски и на что смотрит инвестор. Очень теплые, очень активные, классные ребята, задавали много вопросов, и видно, что хотят, интересуются.